США собираются дарить $12 500 каждому покупателю нового электроавтомобиля, сделанного отечественным производителем. Канада против. Объявлен новый кабинет министров Канады. В состав правительства вошло 38 министров, 19 мужчин и 19 женщин. В течение следующих 5 лет Квебек инвестирует $280 миллионов в улучшение услуг для бездомного населения провинции. Как не нарушить закон, сдавая жилье через Airbnb гостям в Монреале без штраф в $2500? Это и другие актуальные новости в свежем выпуске делового Монреаля. Папа Франциск заявил о своей готовности посетить Канаду, однако не назвал никаких конкретных дат. Около 70% парамедиков собираются уволиться из-за низкой оплаты и перегруженности работы. Из-за высокой инфляции повышение процентных ставок может произойти раньше, чем ожидалось. С 30 октября все пассажиры, начиная с 12 лет, путешествующие по Канаде самолетами, на поездах или на автобусах, обязаны предъявлять сертификат вакцинации. Те же правила относятся к путешественникам, выезжающим за пределы страны. Все новости делового Монреаля читайте, слушайте, смотрите на новостном портале канадской медиагруппы, в социальных сетях и на YouTube. Не забудьте подписаться.